Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve Together с эпическими гигантами. Черт, я уже немножко начинаю жалеть из-за того, что они эпические. Черт, циклоп олень вынес все болото, всех щупалец вынес, блин, убил матку пчел, и меня еще убил, и пошел походу добивать бифола. Тут проблема в том, что у меня нету жратвы вообще и нету лечилок. И куда он пошел? Наверное, убивать бифола. Не, бифола на месте. Так, значит, он далеко не ушел, значит, он где-то здесь застрял. Какие мысли? Ну, если бифола на месте, значит, это как. О, во-первых, давайте немножко здоровье пополним. Иди сюда. Быстрее, 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 мне некогда. Так, следующий. Так, мясо возьмем. Какие мысли? Ягодки найти. Ягодки вон там есть. Сейчас наделать пожрать себе, сделать мармеладки, во-первых. Они там немножко рассудок все это восстанавливают. Потом установить себе здоровье. Ну и попробовать, я не знаю, что-то с этим циклопом делать. Фак, а Миша, Миша, блин, 40 тысяч хелсов, еще больше и быстрее. Это будет жесть. Это тут это, нифига себе, слоник, как это. Так. Так, трава вроде дома есть. Сколько? Мне много нужно ягодок. Вот тут я ягодки не собирал почти, поэтому давайте соберем, пока я не замерз. Попробуем его все-таки найти. Мне нужен его глаз. Я не знаю, как я его буду, чем убивать его. Это просто жесть. Так, где у нас тут ягоды еще были? Вот ягоды, и внизу полно ягод. Мармеладки, возможно, да. Из чего-то другого еще делаются. То есть вот из этой и... Я знаю, я посмотрел на Вики, там рецепт только один. Вот это и... Как? Мармеладки и ягодки. И все. Возможно... Я видел даже, ребята вроде делают как-то по-другому, но... Не буду рисковать. Сделаю хотя бы так. Черт, подерья. Трость возьми. Я не знаю, мы его найдем, не найдем. Блин, ну... Ладно, там Миша. Мишу можно где-нибудь оставить, если что. О, олени. Дайте рога. Заберем. Где-то тут еще Клаус. С Клаусом можно попробовать стравить. Ну, блин, мне еще нужно довести до него. Кстати, как вариант. Если Клаус меня, конечно, не убьет. А где тут его искать? Черт, его тут искать замучиться. Так, мы уже замерзаем. Можно завести, конечно, да. Черт, а у меня еще закончились это. Светлячков, что ли, поймать? Светлячков, кстати, да. Ночь длинная. Светлячков поймать. И... сделать себе каску. Сейчас просто дожди начнутся. 14. Мне не хватит 14 ягодок. Эта фигня в холодильнике сколько хранится, интересно. Так, подождите. Подарок. Подарок это хорошо, да. Подарок это хорошо. Так. Холодильник-то можно тебя спрятать? Можно. Так, вот это. Вот это. Так, сушеное мясо у меня тут было. Я покушаем, полечимся. Светочки около базы. Самое главное это светочки. Так, раз, два. Светочки, светочки, светочки около базы. Подарок, давай посмотрим. Черт, я просто в небольшой панике. А, фигня опять, как обычно. О, у меня вот еще есть полечиться. Давайте сразу полечимся. Так,
трава была. Да, есть трава. Немножко есть. Так, делаем веревку. Сачок. Сачок. Берем светочка. Золото и... Фак, шапка же, да? А вот это фигово, конечно. Так. Трава кончается. Так, это можно выкинуть пока. Да потухнет и. Не знаю, рог возьмем с собой. Мед. Да, из меда сейчас что-нибудь наделаем. Может не уйдет. Может не уйдет. Так. Так. Так, так, так. Так, так, так. Че, весна? Так, блин, вот с этим казаном. Так. Так. Так, так, так. Не хватает. Ну, я надеюсь, это поможет мне как-то. Так, давай это сюда. Так, это сюда. Ой-ой-ой, чё какой цвет странный. Так. 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 Готовься, давай, быстрей. Быстрее, 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 быстрее. Все нормально. Чё-то какой-то свет странный. Чё-то как-то все очень странно. Ярко, мне кажется, после зимы, может так. Черт, 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 черт. Ну что эти мармеладки, как они вообще? Ты хоть кушаешь их? Вот это отстой, а. По 2 единицы. Так. Давай. 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 Ну, я надеюсь, он никуда не ушел. И где-нибудь там ходит пока еще. Потому что я долго, помню, с ним так бродил. Так. Так, так. Так. А пофигу, там мед потом добудем. Так. Так, так, так. Чё тут не хватает тебе? Так. 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 Готовится, да, готовится, пускай готовится. Кстати, вот рассудок поднимает корона и... Защищает вроде неплохо. А чё так мало мармеладок? А, 12 штук. Так. Что выкинуть хотела? Да ничего пока не хотел. Этот сейчас может уже пропасть. Как его? Да не, рано вообще-то еще. А, зря я так сейчас съел. Сачок выкини пока. Давай последний, пошли. Так, это, по идее, лекарство. Это тоже, по идее, лекарство, но... Нет, не то. Так. Трость, трость, трость. Где трость? Так. Давайте посмотрим, может быть, где-то здесь. Ой, фак! Циклоп уже ушел. Черт. Гусь. У гуся 35 тысяч хелсов тоже. И гусят он, кстати, сейчас отложит. Черт его. Слушайте, ну все, наверное, просрал я. Циклоп ушел, не будет у меня зонтика. Нужно хотя бы обычный делать зонтик. От молний обычно не защищает, но... Черт. Так, а подождите, отсюда далеко идти? Сюда не очень далеко. Может сходить все-таки, поискать? Пожрать у меня я набрал. Тут ягоды еще где растут? Ягоды растут. Мармеладки жалко, если испортятся. Так вот они и не портятся. Если испортятся, будет жалко. Я начнутся дожди, мне зонтик нужен обязательно. Так.
Но тут ягод было дофигища, я не все, наверное, собрал. Или все. Не, с Клаусом мне сейчас на... Вот еще ягодки. Отлично. Тут я все сгреб. Возможно, мед можно было добавлять. Вполне возможно. Я видел, как-то там даже лед добавляли. И прочую фигню. А, мне не хватает все равно. Так, давайте поставим, они не портятся. Вот, я говорил, дождик начнется. А, мне нужны паутинки. Поросящие жопки и и что-то там еще. Без зонтика я остался. Так. Да, шапку тоже выкидываем тогда. Это оставим на всякий случай. Пока. Так, 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 так. Это мне не нужно, не поможет. Это тоже не поможет. Блин. Я, честно, в шоке немножко от этой всей фигни. Давайте мармеладки возьмем. И, наверное, амулет нужно с собой взять все-таки. Каска. Последний амулет. Так, 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 так. У Честера там мясо уже сгнило, наверное, все, скорее всего. Циклопа. Возможно, вы мне что-то написали, но опять же повторюсь, серии наперед я записываю, причем пачкой сейчас пишу. Вот на пчелу, как вариант на пчелу, но если она его убьет, то это трындец. Но она ему нехило может здоровье подпортить. Довольно-таки нехило может подпортить. И там его просто добить. А если она его убьет, то глаза сгорят. А это плохо. Тут тоже появился гусь. О, я еще и замерзаю. Да ладно. А, это мамонт тут. Этот. Стоит у меня. У-ху-ху. Так, намокаем, так нет. Так, вот я себе, как говорится, приключение на задницу, а? Лягушачий дождик на циклопа. Да какой лягушачий дождик? Лягушачий дождик уже, когда он пропадет. Ну давайте сейчас поищем, попробуем. Искать. Он где-то вот тут, вот тут тусовался. Может быть, он там и тусуется, и отведем его к пчеле. К драконьей мухе. Она спокойно разбирает медведя-барсука, циклопа. Прям на ура. Ну, обычных, а это эпические. А муха обычная. Поэтому есть шанс, что он ее убьет, а потом... А потом и нас. Так, у меня не там амулет лежит, а... Так, нельзя так делать. Так. Ну, сейчас побежим. Блин, 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 вот это я... Офигеть. Ладно. Пока бегаем. Там появились, нет? Вообще, мне нужно было возрождаться здесь, на алтаре. А я что-то это как немножко запаниковал. Так. Где-то здесь. Ну, здоровье, по крайней мере, восстановили. Может, мы его и сами можем убить. Сделать несколько шапок. Ну, мне кажется, он ушел. Фак, а как его убивать за такое короткое время? Офигеть. Не, его нету. Слушайте, пчел. Я пчел не наловил. А
Я улей не сделаю никак сейчас. Вот он тут ходил. Все, походу пропал. Сейчас там с гусем еще будем бодаться. Кстати, мне лед нужен, я так его и не приготовил. Пошло не по плану. Я так и предполагал, что я буду по полсезона бегать тупо, убивать. Да и даже не убивать, а пытаться убить. Каким-то образом. Боссов. Ну, гуся я не собираюсь убивать, я хочу убивать гусят. Правда, может быть, опять не все так просто. Усята могут тоже как-то... Либо молниями, может быть, они тоже какие-то, может... Не такие. Не знаю, нужно смотреть. Нужно смотреть, проверять. Так. Слушайте, что так голодает? Вик ведь вроде не голодает быстро. Или голодает? У меня такое ощущение, что очень быстро. Или у ней... У нее сытости мало. Так. Ну, жратву, я думаю, мы достанем сейчас. Какой-нибудь там. Сейчас лягушачий дождик там. Прям на гуся. Он их всех разберет. Так. Он где-то здесь вот был. Был здесь. Мед я весь потратил. Ну там мясо кусочек валяется. Но он, скорее всего, тухлый уже. Это тоже не надо. Вот тут вообще все. Все, наверное, выкосил, да? Мясо сгнило. Нет, осталось несколько щупалец. Несколько щупалец осталось, это фигня. У тебя гнилушки, да? Не, почти сгнило. Не знаю, давайте спасать мясо, пожарим. Я не знаю, зачем мы меня в таком количестве. Оборотни наделаем. Во, точно. Оборотни можно наделать. Это будет много мяса. Так. Кстати, я все камни потратил, походу, да? Это плохо. Я шлемаш из камней делаю. Странно, в честере сохранился, на земле нет. Ну, по-моему, в сундуках не так быстро портится. Птицу, если птицу поймать. Кстати, да, птицу нужно. Точно, на яйки поменять. Яйки Виквит жрет. Это можно беконы с яйцами делать. Так, тогда жарим. Жарим. Либо будет много яек, что тоже неплохо. Так, сейчас потухнет. А, черт, какого лешего. А. Так, это тоже выкинь. Вот там кто-то кого-то убивает. Так. Делаем. Делаем. Я не помню, паутина осталась или нет. По-моему, нет. Или мало. Нужно ловушку сделать. Птичку. И накормить птичку. Мясо. Так. Черт, глаз. Очень плохо. Ну, будем без глаза выживать. Ничего не поделаешь. Ну, без глазонтика. Так. Ну вот так вот, я думаю, еще какое-то время продержится все дело. Так, забираем честера, пойдем глянем, что там осталось. Опять мясо. О, вот это меня интересует. Вот это тоже можно. Так. Эти лечилки не нужны. Так. Это можно забрать. Это тоже можно забрать.
А, пауки вон. Пауки вон. О, начинается. Но нет, я не это хотел. Я хотел паутинку. Тут есть кто-нибудь? Никого, заберем тут. Давай, 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 давай. Так, так. Так, это тебе. Так, это тоже тебе. Да, пошел ты. Так. Это тоже к тебе. Ай, неспроста она тут лежала. Так, пойдемте лучше, где у нас там много. Главное, не отгрести бы нам. С одного удара не убьет. Что-то где-то гремит. Во, живые. Вот они, живые. Так. Несколько штук живых осталось. Нужно как-то от них избавиться. Но это мы можем сами убить просто, да и все. Черт, циклоп ушел. Но он пропадает, да. Он вообще уходит, по-моему. Пока ручками соберем. Мед, мед, мед можно. Можно где-то. Блин, можно было циклопа туда. Как ты так прям выжил тут, а? Выжил, блин. Щупальца, кстати, неплохая вещь. Но мне некуда складывать. Да-да-да, черт! Где моя каска? Все, не хочу я больше ничего. Да вот это я захвачу только. Все, пошли, ну его нафиг. Так, так и сдохнуть я недолго. Так. Веточки, я так понимаю, у меня кончаются, да? Как плохо это. Во, можно вот это потратить, полечиться тупо. Бекон с яйцами. Набить. Сделать, во-первых, яиц побольше. А вот из чего есть у нас. Потом накормить свиней мясом монстра. Убить их. Это много мяса. И наделать беконов с яйцами. Они лечат. Более-менее сытные. И хранятся долго. О, я хоть туда бегу-то. Не туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, сейчас зато лысят посмотрим. Через несколько дней вылупится. Если много, я их потыркую. Есть у меня один вариантик, как попробовать их потыркать. А летом мы, наверное, убежим в пещеру. Да, наверное, в пещеру побежим. Так, база здесь. Где-то тут неподалеку должно быть еще. Ты почему не какаешь, Гломер? Так. Да, нам еще нужно траву посадить. Это важно. А то с травой у меня вообще трындец. По-моему, вообще кончилось. Да, веточки еще есть, а вот трава закончилась. Так, ну что, первым делом делаем клетку. А, не клетку, а ловушку. Так, это в тебя. Пофигу, хотя бы ворону поймаем, давайте. О, молния. Так, это забираем. Так. Честер, иди сюда. Черт, как все выгрузить-то мне, а? Так, это тут.
Ну это все, это хорош уже. В холодильник. Ягодки не выросли еще. Так. Так. Пока мне некуда все это запихивать. Давайте вот так вот. Так сделаю. Так, раз. Два. Так, дальше пошли. Так, это сюда. Мясо монстра. Офигеть, там еще дофига сгнило. Так. Это готово. Это нам уже не нужно. Даже вот сюда вот куда-нибудь кину. Так, дальше что нам не нужно? Это пригодится. Рассудок поднимать. С этим мы намокаем, да? Так. Амулет нужен, зонтик нужен. Лед убрать обязательно. Не помещается, офигеть. А камень вообще не горит, а выкинет. Сломается, сломается, пофигу. Так. Это забираем. Так, паутинки. А где-то здесь. Нет, вот здесь. Или я потратил все, я не пойму, куда я дел. Кокон пока сюда. Так. Это сюда. Так, птички, почему, какого черта вы не ловитесь? Поймайтесь хотя бы ворона. Так. Еще две семечки мне на клетку нужно. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Интересно, яйцо там отложил, нет? Да яйка отложил? Отложил. А откуда пауки-то столько? Так. Так, так. Зачем мне столько мяса? Я не знаю, опыт не буду делать. Это яйка отложил. Скоро посмотрим, сколько он там выведет, усят. Так. Все, я хотел. Мне бы где-нибудь ягодок еще раз добыть бы, а? Ну, чтобы освободить там место. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, веточки наконец-то начали сыпаться. Так. Громотот у меня установлен. Так, вот что я искал. Начинается. А чё, побежали? Пускай гусь их выносит всех. Сейчас будет еще дофигище. Просто немереное количество этих лягушачьих лапок. Тоже птички скормлю. Скормлю птички, пускай она это. Так, бегаем по кругу обязательно. О! Черт, они уже за мной. Бегаем по кругу. Чтобы как можно больше лягушек тут было. О, отлично. Еще на одну мармеладку сделаем. Пока бегаем. Свиньи сейчас еще с ними драться начнут. Ё-моё, тут вообще какой-то сейчас начнется. Бегаем, бегаем, побольше лягушек. Они нападут обязательно на гуся. Он их всех убьет. Это 100%. Обычно гуся убивали лягушки. А это супер, супер мега гусь. О, ё-моё, сколько тут всего. Все это жалко выкидывать. Черт. Так. Так, так. Я вышел вообще просто за семечками. Не туда я бегаю пока.
Нужно вокруг гуся. Так, подождите вы, ё-моё, все. Вы достали. О, напал, напал. Напал. Чёрт, тут смотрите, сколько добра. Ё-моё, это всё моё. Чёрт, лягушки отвлекли. Плохо, блин. Да паук. Так, подождите. Так. О, отлично. Так, в тебя что-то можно положить. Давай, корону положим пока. Золото нельзя. Вот это положим. Это положим. Вот это пока положим. Зонтик, где мой? Вы смотрите, что творится. Так, лягушек больше, больше лягушек. Больше, больше лягушек. Вот. Вот, смотрите, что... Ё-моё, какой бред вообще. Я попал в ад. Это ад. Ну там он сейчас всех лягушек разберет точно. Если нет, то это будет конец во всей игре, потому что там усята будет бешеный бегать. И... Так, подожди, а как лягушки продолжают падать? Давай, 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 давай. Но они его не убьют, 30 тысяч холсов. Тут будет немерено лапок. Будет огромное количество лапок. Но если они вдруг его убьют, то все. Лусята вылупят за 25 бешеных лусят. Это... Ну это конец света, все. 25 бешеных лусят. Я от них не... Кстати, лягушки тоже разноцветные. Не, я не буду ради лапок рисковать ее, я отгребать. Интересно, кто кого? Раньше всегда обычному гуся лягушки вот так вот убивали довольно-таки быстро. О, я еще и замерз. Да ладно. А если так шапочку одеть? Нет, тут больше свинки просто ходят. Йо, пойдемте дальше смотреть. Неужели убьют? Мне даже стало интересно. Вся как лусят еще вылупится. Офигеть. Вот. Вот, по идее, уже два раза убили бы гуся. А шапочку переодень. Так, давай, давай, гусь, я за тебя. Гусь, 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 гусь. Офигеть. Ну сколько лягушек? Слушай, блин. Хочется и подобрать лапки. И с другой стороны, нафига они в таком количестве? Они его убили! Смотрите, сколько мяса, кстати. С эпического гуся больше мяса, больше перьев. Они его убили, все, хана. Я, наверное, убегаю в другой конец карты жить. Потому что... Я не знаю, может свиней сделать, надеть на них шлема. Пойдемте попробуем, соберем хотя бы что-нибудь. Фак, за мной уже бегут. Ай-яй-яй-яй, это какой-то бред, а. Мне жалко оставлять там мяса очень много. У меня был один кусочек мяса большого, да? А, не, лягушки! Фак, вот так вот сделаю сейчас. Во. Во. Нужно их отманить. Гуся замесили лягушки эпического 35 хлысов. Тысяч холсов у него было. А он лягушек сколько, интересно, тоже нажим. Сейчас посчитаем. Так, давайте стукнем. Главное, чтобы лусята не вылупились меня. Не убили. Вот это тоже номер, конечно. Хотя
Лягушки могут и лусят забить. Перьев сколько, кстати, тоже много. Кстати, лягушки могут мне помочь с лусятами. Так, давайте собираем. Черт, напугал. Фак, да отвалите вы от меня. Так. Че там с лягушками? Слушай, а, это мо... Это мое мясо. Это моя полена. Это моя корова, я ее... Мы ее доим, черт. Какого лешего? Так, лягушки, давайте, отходите. Все. Все, отвалили. Аккуратненько. А, трость. Где моя любимая трость? Черт, сейчас же лусята вылупятся. Маленькие кусочки мяса, я не знаю, мне нужны, нет, а... Ай, чувствую, сейчас меня жадность сгубит, а? Я хочу забрать все это, посчитать хотя бы. Так, перья уже не влазят, да? Много перьев с него. С такого луся. Че я тут набрал вообще? Маленькие кусочки мяса. Которые мне, наверное, нафиг не нужны. Это с кротов, я так понимаю. После кротов все это дело осталось. Лягушки ночью спят. Поэтому можно без палюб. Что-то какой-то звук. Черт, нифига сколько перьев, офигеть. Так, стой. Раз. Перья не пропадут. Выкинем пока. Мне интересно, сколько мяса с этого луся. Сколько вообще всего? Много всего. Ну, потому что мы бы его просто так... Черт, еще и перья. Какая-то жесть вообще. Так. Так. Давай, 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 пока не вылупились. А то сейчас вылупится и хана нам. Че, перья опять не влазят? Да черт, а... Что-то с него 40 перьев, что ли? Это какой-то бред вообще, мне кажется. А, или что я там нахапал тысячу? А я не вижу больше перьев. У тебя что тут? О, лягушачьи лапки. Так, стак готов. А... Черт, 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 быстрее думай. Так, перья сюда положим. Что-то не влазит мне еще. Быстрее, 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 быстрее. Я так понимаю, 40 с чем-то мяса большого. Так, перья опять не влазят. Подождите, сколько перьев-то? Так, каска у меня потухла. Так, 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 так. Так, так, так. Это добро мне, наверное, не надо, но... Все равно побежали. Побежали. Так, итого 25 кусков, я так понимаю. Что-то порядка 40 перьев с одного гуся эпического. Ах, офигеть. А, я из себя вытащил, да? Порядка 40 перьев, 25 мяса, 16 ножек. Фак, да лягушки, отстаньте. Они сейчас еще, главное, пропадают. Они сейчас пропадут, лусята вылупятся и все. Так, давайте отбежим. А, может быть, если будет дождик... Черт, я не знаю, я, что делать. Куда мне столько мяса? Что я с ним делать буду сейчас? Буду бекон делать с яйцами. Кстати, я же изучил фигню, в которую можно Давайте посмотрим, с чего она делается. Я совсем забыл. Королева пчел, когда... Рецепт там выпадает на какую-то бумагу, ее можно завернуть и... Она там из чего-то делается, из чего я...
Вот эта бумага. Это делается... Да, я могу законсервировать кучу, допустим, яиц или других каких-то продуктов. И они не испортятся. Мне явно нужен еще один холодильник. Так, давайте по порядку, я уже запутался. Что-то дофига всего слишком. Перья пофигу. Мармеладки освобождаем. Так, мармеладки освобождаем. Мясо фиксим. Травы у меня нету. Так, шестеренка была. Делаем еще один холодильник, потому что все сейчас будет портиться. Так, честно, пока... Да, стоит где-нибудь здесь. Холодильник. Нужен камень. Так. Холодос. Давайте вот так поставим. Пофигу. Так. Блин. Да, получается, мне кажется, немножко чистенько. Кстати, лягушек было всего 40 штук где-то. Ну, может, больше, еще часть разбежалась. Так, мармеладки забираем. Так, шкурку у меня откуда-то... А, свинью убили. Черт. Да что ж такое-то? Вот тут. У меня уже на 20 домиков свиней, кстати, уже есть. Так. Это сюда. Лусята вылупились. Черт. Они сейчас прибегут же ко мне. Правильно? Черт. Они мне отомстят сейчас. Так. А, это все сгниет, наверное. Так, Честер, у тебя было две семечки. Забираем две семечки и берем вот это. Так, делаем вот это. Пока сюда. Дальше. Все есть. Делаем клетку. А я не ту клетку сделал, блин. Ну, ладно, пофигу, какая разница. Так. Давайте здесь поставим. Посадим сюда барону. Накормим ее вот этим. И будем делать беконы с яйцами в большом количестве как раз для битвы. И заворачивать все это дело в вот эти вот мешочки, которые достали мы. Ну, нету глаза, зато достали... Блин. Зато достали рецепт довольно-таки сложный. Черт. Птичка, ты мне не нужна. Ну, хотя перо давайте заберем. Так. Еще. Мне даже свиней не нужно в оборотни превращать, потому что нафиг. У меня немерено, просто немерено мясо. Так, давай. Там усята вылупились. Черт. Интересно, сколько их. Не, вообще интересно, конечно, посмотреть, но с другой стороны, я боюсь просто посмотреть. Они меня могут убить сейчас. Так. 40 яиц, нормально. Так. Ну чё, начинаем готовить. Так. И... нужно мясо взять. Поехали. Да подожди ты со своим светом, все нормально. Ой, какого черта? Так. Так. Дальше яйки. Яйки укладываем сюда. Так, это уже лишнее. Раз.
Два. Три. Ну, возможно, не первой свежести будет, но все равно довольно-таки неплохо. Так. Так. Все, пока готовится. Пак. Ну, короче, как-то вот так вот. У тебя там что осталось? Мясо осталось? Фак, сколько мяса. Блин, куда? Ладно. Не, ничего не делай. На тап нажал случайно. Так. 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 Перышки. Уже занято. Пора еще один сундук делать. Так. Отдельный сундук под перья. Офигеть. Зачем мне столько перьев? Так. 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 Да, лусята, конечно, рядом с базой убили, это плохо. Вообще тут где-то еще был. Вот наверху. А, он не появился в этот раз. Черт. Черт. Что делать-то, а? Что делать? Все это портится будет. Ну, испортится, ладно. Ладно, да. Давайте на этом серию будем заканчивать. Я так чувствую, опять на час я ее растянул. Фу, в следующей серии пойдем, сходим, посмотрим на... На лусят. Блин. Жалко камней. Камней нету, да? Да, камушков нету. А так бы можно было свиней сделать. Может, лягушачий дождик опять пойдет. И нас вода выручит. Где-то тут у меня золото было. Вот. Ну хотя бы просто сбег. Я не знаю, как просто сбегаем. Мы от них не убежим тогда. Ну, я думаю, получится. Просто сбегаем, посмотрим и убежим. Просто посмотрим, сколько их так со стороны. Кому понравилась серия, не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на канал, кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте. Все, увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.